Ну вы тоже меня поймите, у меня лучший друг сегодня выходит на бой. Вы бы что Да, я понимаю. Ну работа же не остановилась. Арман сел за руль, развез все. Зачем я вам буду этот... Хорошо, больше без никаких косяков. Ербол Мурадович, дайте до конца года. Хотя бы до конца месяца, давайте доработай уже. Хорошо. Козел. Отвечаю, я поднимусь. Таким придурок я никогда не буду. Сам отвезу, все проконтролирую, да? До свида. Не. Ну, короче, ты сама все слышала. Тебе пораньше сегодня лечь надо, и этот... Не сутулься в следующий раз. Мне каждый раз из этого попадает, понимаешь? Куда ты? В туалет. Не против?
Алло. Бей! Че там? Ну ты, конечно, монстр! Как ты его? Вырубил. Чагана, жутко, ребята, у меня тут шумерат, ребята. Шумерат, Юль, я правда этот свиданку пропустил. Там такая девчонка была. Блин, ну она реально классная, блин. Я тебя познакомлю. Ну прям, Юлия Богданова. Блин, пусть я пару говорит она знаю. И так, каждый раз разговариваем. Короче, сколько тебе надо? Ну, я не даю. Будем усечь там. Как, чего, блин, все. Вот так нормально? Фейня, там, в общем, бензу залить надо, да? Кинуножка там, что там, давай. А, вот так? Вот так нормально, вот так нормально. Все, брат Рахмет, ты чемпион. Красава. Блин, бро, верну. Я люблю тебя. Давай, созвон. Давай, аккуратней. Такая красавица в нашем районе. И без охраны. Че, может, утром, за? Там самс? Демаламс? Кузин Дима. Кузин Дима, да? Ай, даш. Кумыль гейн жоқ. Че, Харнас, поднять настроение? Ищесын ба? Отвали, а. О, постой-ка, постой-ка, эй, Харнас! Эй, дай пообщаемся. Куда побежала? Мы же чай, май. Просто пообщаться. Чего ты такая испугалась, а? Блин, пацаны, вы меня неправильно поняли. Да все мы правильно поняли. Если что, простите. Да не переживай, все будет хорошо. Да, отдохнем. Вообще-то у меня есть парень. Да и что он нам сделает, твой парень? Вот он, мой парень. Он вам сейчас жопу порвет. Слышь, братишка. Твоя мама убила бы меня. Да и тебя бы тоже убила. Подожди. А это кто такой? А это кто такие? Так. Ну-ка. Пойдем-ка отсюда, да? Повеселились и хватит. Поехали домой. Слышь, Тай, может, номер телефона оставишь? У нее нету номера телефона. Я ее концерт приехал, отпишите мне. Хотя бы спасибо скажи. Спасибо вам большое. Слышь ты, неблагодарная. Мы вам вышлем письмо благодарности. До свидания. Не было? Кстати, отлично выглядите. Давайте я покрою. Где Сара? А, она уже вас в офисе ждет.
Спросил, как у меня нет. Раз в жизни. У меня, кстати, тоже все нормально. Так, как я сказала, либо мы с ними не работаем. Арсен, открой окно, душно. Я же говорила, если в срок они третий транш не отправят, что вы говорите? Алло. Арсен, закрой окно, ничего не слышно. Что значит деваться нам некуда? Это мы еще посмотрим. Арсен, ты нормальный человек? Я же просила открыть окно. Мы уже почти подъехали. Жанна Скорона, они ждут эти документы уже 2 дня, но я все взял в свои руки и сказала, если вы хотите работать с нами, то вы должны уметь ждать. Как думаете, я все правильно сказал? Отвези лично. Все, хорошо. Все будет на высшем уровне. Одна нога здесь, уже вторая там. Здравствуйте. Доставка воды. Ну, а что вы тогда стоите? Что за выходки? Ты же понимаешь, что это безответственный поступок? Привет, мам. Ну, ничего же не случилось. Угу. Если бы не Арсен, я даже не представляю, что было бы вчера. Угу. Конечно. Почему ты так поступила? Тебе что-то не нравится? Может, я чего-то не знаю? Может, тебе не нравится твоя насыщенная жизнь? Съемки, клипы, твоя популярность. Между прочим, это я все для тебя создаю. Ты же этого хотела? Стоите. Выйдите отсюда. Сначала бумаги подпишите. Мы с вашей компанией больше не работаем. Ну ладно.
Ты долго собираешься сидеть? Ты же опаздываешь. Проблемы с мамой? Тяжело, наверное, когда тебя контролируют, да? Не твое дело. А ты смешная. Слышь? Что? Я говорю, лицо у тебя смешно, когда ты слышишься. Машину убери. Не могу. Почему? Ключи у друга. Твоя тачка? Да. Классно. Тесла. Слышь, мы сегодня с другом идем в бар. Не хочешь к нам присоединиться? Нет, конечно. Да ладно. Я же нормальный парень. Чего ты ломаешься? Ой. А ты в курсе, что ты заезжаешь на тротуар? Да. Я же могу полиции позвонить. Тебя штрафуют. Слышишь? Звони. Я буду ждать тебя. Я буду в Чукотке. Я опять это больно снизил просто. Что там, блин, брат Рахмет? Капец, ты меня выручил. Еще один косяк перед шефом, отвечаю, он бы меня уволил бы. Кстати, брат, тебя уволили. Че? Раз, два, три, четыре. Закончили. Отдых 5 минут. Ты знаешь, я вот думала. Вообще, кто он такой, чтобы тебе это говорить? Пусть это его не касается. Ходит ночью, людей избивает. Маньяк какой-то. Да и вообще, куда он тебя пригласил? Чукотка. Там ловить нечего. Зачем ты пригласил вообще? Братан, я тебе серьезно говорю. Это наш с тобой бар, понимаешь? Наш бар. Ты видел, что тебя кого-нибудь пригласил? А, видел? Нет. Ну вот видишь, это наш бар. Я думал, посидим, поболтаем. Как подкаблучник. Ты же не подкаблучник, ёпта-палка. Или ты подкаблучник? И что он может тебе дать? Подарить? Бутыль воды, что ли? Блин, братан, может быть, ты не будешь с ней встречаться? Ты же знаешь, она потом тебя ревновать будет ко всему. Реально, ко всему, даже ко мне. Я даже не знаю, что может быть страшнее. А нет, знаю. Она потом тебе попросит тебе прокладки покупать. Прикинь, ты будешь за прокладками ходить. Если попросит, я тебя отправлю. Кто он? А кто ты? Зато он симпатичный. Так, ребята, поставь. Ладно, давай потом пообщаемся, хорошо? Только не вздумай ехать туда. Стой. Шоколадки вкусные. Все повторяем за нами. 7, 8. Раз, два, три, четыре. Ты сейчас, наверное, спишь. Видишь снов повторы. Московских крыш я рисую море. Слышь, что она здесь делает? Че? Что она здесь делает? Ну, как видишь, работает. Опять устроилась. Кстати, я понимаю, ну, для меня самого
девушка друга, это как мент, понимаешь? Там не только вот, не то что подходить, даже общаться нельзя. Если у вас это коннекта нет, может быть, я это замучу с ней. Она вроде не мент. Может, даже уволилась. Привет. Привет. Я думал, ты не придешь. Я тоже так думала. Ну, просто подруга настояла. Виски нам дай? Пойдем, я тебя с другом познакомлю. Угу. Здравствуйте. Познакомься, это мой друг Баха. Ну что, добро пожаловать на амбар. Теперь еще и ваш бар. Баха, самый лучший друг. Бегда, самый лучший. Сара. Как? Сара. Приятно познакомиться. Кстати, меня зовут Бег. Очень приятно. Вы что, только познакомились? Капец, ты отчаянная. Бег, привет. Можно мне тоже пиво? Хорошо. Как дела? Да ничего, нормально. Ты как? Совсем пропал. Не пишешь, не звонишь. Да, у нас такой Бег. Не отвечает, да? А меня Сара зовут. А, я вас знаю. Я слышала ваши песни. Может, порадуете нас, выйти на сцену, споете? Спасибо, конечно, но это не самая лучшая идея. Ясно. Фонограмму дома забыли. Ты зачем пришла? Бухала бы у себя в гримерке. Ну, не все там скучно. Ну, давай я пойду. Повеселимся. Я на минутку. Ты что обстановку нагнетаешь? На малолета потянула? Ты что пристала? Потому что раньше делал это ты. Потому что это было всего один раз. Опа, 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 с этого момента поподробнее. Ваше пиво. Нет. Сильно деремся.
А посмотреть можно? Ты правда хочешь посмотреть, как люди друг друга избивают? Да. Да. Никогда бы не подумал, что будет тебе интересно. Ну ладно. В следующий раз я тебя возьму с собой. Только ты обещаешь, что ты не будешь бояться. Там бывает страшно. Даже я боюсь. А как ты думаешь, Алматы, он или она? Мне кажется, Алматы — это она. Она такая же яркая и незабываемая, как ты. Один раз посмотришь, а потом влюбляешься. О, музыка классная. Пойдем послушаем. Что ты делаешь? Ты правда думаешь, что я буду танцевать? А? Мне кажется, это стрёмное место для танцев. Нет? А так? Вот так? Да. А вот так? Плохая идея. А мне кажется, это хорошая идея. Кажется, надо закрыть дверь, да? Да. Держись. Надо снять обувь. Спасибо. Неожиданно. А я думала, я первая приведу домой парня. Ты что, все еще не спишь? А может, ты сначала нас познакомишь? Меня Ая зовут. Меня Бек. Бек, какое мужское имя? Я бы вам предложила чай, но маме это не понравится. Капец, Лоня. Ая, иди ложись спать. Здравствуйте. Вы, кажется, собирались уходить. До свидания. Пока. Это же тот парень, который бутылки таскает? Да. И что он у нас делает? Я просто подвернула ногу, он мне помог. У тебя же завтра съемки. Все нормально, мам, не переживайте. Я пойду спать. У меня же завтра съемки. Спокойной ночи. А вы уже целовались?
Ая, ты что тут делаешь? Нет, не целовались. А, зря. Хотя, я тоже на первом свидании не целовалась. Ая, иди спать. Ну, если тебе нужна помощь в таких ситуациях, обращайся. Я рядом. Хорошо. Пока. Брат, давай, убирай телефон. Работаем. Бег. Че, оглох, что ли? Пойдем работаем, говорю. Всем привет. Смотрите, кто рядом со мной. Вы знали? Всем подписчикам Сары. Жалко, Сары. Сегодня Эрик мой парень. Так что, Джиги, завидуйте молча. Да ладно, ты че? Звезда же ей можно. Ну, будешь ее спортивным парнем, чисто для спорта. Ты еще разнойся. Все, давай, работай, работай, убирай телефон. Бег! Телефон убирай, пойдем работать. Как мне их найти? Там, наверное, где локация есть, по ней можно найти. Пойдем, бег! Бег, блин! Поехали. Куда? Работать! Давай, братан, докажи его! Я тебя здесь подожду. Чего ты взял, что ты имеешь право заявляться ко мне на съемки и вот так вот себя вести? Да ладно, с ней ничего не будет. Я просто подумал... Что ты подумал? А? То, что мы с тобой виделись пару раз, не означает, что да, ты можешь... Да, понял я, понял. Че ты? Не ори на меня. И вообще, научись сдерживать свои эмоции. Эля, ты не представляешь, что сегодня произошло. Ты прикинь, этот Бек забегает на съемочную площадку и сбивает Эрика, представляешь? Мама просто в гневе. Все были в шоке, ты представляешь? Я капец расстроилась. Не знаю, кто он такой, но ради меня такого еще никто не делал. Не знаю, прощу я его или нет. Ну, конечно же, не сразу. 3 дня как минимум. Нужно... А можно как-нибудь без этого? Ты что, следишь за мной? Нет. Я хотел извиниться за то, что сегодня натворил. Я немного вспыльчив и недопонял ситуацию. Простишь меня? Сара, не вздумай, минимум 3 дня. Сара! Сара! Каскар в норе. Қош сонда еңді. Ол сенің приколыңа түсінбей ақ қой. Қойшы мен саған. Сәлеметсіз бе? Сәлем қызым. Көке, мы ненадолго. Бар, бар. Бар. Бақытты болыңдар,
Здорово, Макс. Как дела? Как поживаешь? Слушай, я сегодня один. Хочешь познакомиться с ним? Пойдем. 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 Ее зовут Сара. Привет. Красивая, правда? Ну что, прокатим ее? Никогда бы не подумала, что тебе нравятся лошади. Иногда мне кажется, что они лучше, чем люди. Почему? Ну, у них нет зависти. Они мудрее и вкуснее. Да ладно, шучу. Своих друзей не ем. Знаешь, я хотел попросить прощения за то, что я влез в ваши отношения с мамой. По сути, ты был прав. Да я и сама все понимаю. Просто, когда родители развелись, а я была совсем еще маленькая. И мне было очень сложно. Я решила поддержать маму. И соглашалась с ней во всем. Вот и результат. А у тебя как с родителями? Отца я никогда не видел. Мама для меня была всем. Поэтому я пошел в спорт, чтобы хотя бы как-то защитить ее. Но от болезни я ее не смог защитить. Мне очень жаль. Поможешь мне? Конечно. Вообще, слазит с левой стороны. Ладно, только аккуратнее. Вы еще не спите? Ты где была? Со своим другом. Тот, который устроил мордобой? Да, он уже извинился. Этого недостаточно. Я запрещаю тебе с ним общаться. Он тебе не подходит. И он не твой уровень. А какой у меня уровень? М? Ну, ответьте, мам, какой у меня уровень?
Вы же всегда за меня все решаете. Что мне говорить? Что мне надеть? О чем мне думать? Я уже задыхаюсь. Мне все это надоело. Мне всегда было интересно, почему от нас папа ушел. А теперь я знаю, он ушел из-за вас. Сара, все хорошо? Что ты сейчас чувствуешь? Любить, по-настоящему любить, это большое счастье. Не каждому дано это испытать. Когда любишь, этот человек становится для тебя смыслом жизни. Ты не видишь в ней никаких недостатков. Она самая добрая, самое красивое, самое лучшее. Рядом с ней ты забываешь обо всем, даже дышится по-другому. Сара, не бойся ошибаться. Ведь ошибки — это и есть жизнь. И помни самое главное. У тебя есть мы. А насчет мамы ты не права. Не обижай ее больше. Давай, печи. Знаешь, что она влюбилась? Не влюбилась она. Даже если это так, я не допущу этого. Не хочу, чтобы она страдала. Я это уже проходила. Может, дашь им шанс? Пускай сами решат, как им быть. Аю, я сама заберу. Ты
будешь? Нет, спасибо. Мам, простите меня за вчерашнее. Я была не права. И ты меня прости. Ну, рассказывай. Какой он у тебя? Я же должна знать. С кем встречается моя дочь? Ну, он очень добрый. Мне нравится проводить с ним время. Я себя чувствую свободной. С ним мне весело. Мне кажется, он ради меня готов на многое. Мам, не переживайте. Нет причин для волнения. Хорошо. Ну что, ты готова? Да. Раз. Два. Можно побыстрее? Два с половиной. Готова? Да. Три. Спасибо! Пора, пора, глаза сузой.
Я пройду? Да, да, конечно, проходите. Я не знаю даже, что вам предложить, но я могу предложить вам чай. У меня есть вкусный чай. Нет. Я пришла поговорить. Присядь. Ну, давайте поговорим. Ну, какие планы у тебя по поводу ваших отношений с моей дочерью? Я даже не знаю, какие могут быть планы. Я люблю вашу дочь. Ну, в общем, нет причин для переживаний. Ошибаешься. Есть причины. И это ты. Из-за тебя она пропустила все занятия. Забросила сцену. Сцена — это ее мечта. А ты рушишь ее. Что ты можешь ей дать? Я уже не говорю о детях. Ты зарабатываешь на мордобойстве. Это и есть твое будущее? Рано или поздно вы расстанетесь. Сделай взрослый поступок. Отпусти ее. Она сама этого не сделает. Думаю, мы друг друга поняли. Можешь больше заниматься этим делом. Ты должен бросить это все. Слышишь? Не могу, это моя работа.
Мне все равно. Но ты должен бросить это все. Если дело в работе, давай я поговорю с папой. Он найдет тебе нормальную работу. Нормальная? Правда? Ну давай. Звони папе. Давай. Интересно, какую же он мне найдет работу? Нормальную? А? Может, он поможет мне запеть? Давай я начну петь. Надену костюмчик, выйду на сцену и начну петь. Нормальная работа? Хотя что тебе? Ты же все равно ни хрена не понимаешь. Мы же люди отморозки такие, ненормальные. Годами тренируемся, потеем, кровь проливаем, а в конце как собаки друг другом деремся. Я всю жизнь дрался. С самого детства. Чтобы найти чего-нибудь поесть. Жаль, что у меня папочки не было. Который смог мне найти нормальную работу. Бег, ты чего? Как ты со мной разговариваешь? Все кончено, Сара. Уходи. Я не хочу тебя больше видеть. Чего ты сидишь? Я тебе сказал, уходи! Уходи! Жалған сөзіңмен жалғыз ақ өкініш қалған өзіңнен мұңға
Кушай, кушай, солнышко. Доброе утро всем. Доброе утро, доча. Как спалось? Нормально. Окей, Кугл, как понять, что в тебя влюбился парень? Доченька, за столом не сиди в интернете. Покушала, побежала. Мама права. Поехали, я тебя знаю. Хорошая, наверное. Пока. Пока. С тобой все в порядке? Да, мам. Поговорить не хочешь? О чем? Мне кажется, ты до сих пор его не можешь забыть. Понимаешь, я, как любая мать, хотела как лучше. Но зря я вмешалась в ваши отношения. Мам, все нормально. Не переживайте. В этом нет вашей вины. Это его выбор. Ладно, мам, мне пора ехать. До вечера. Люблю вас. Привет. О, привет. Как дела? Хорошо, сам как? Ничего, пойдет. Что-то ты неважно выглядишь сегодня. Да, не выспался. Как твой парень? Да, пойдет. Помирились? Ну, типа того. Больше не ругайся. Давайте, давайте, джигиттер, жестче, жестче. Мирас, руки не отпускай. Тридцать секунд, вольный бой. Ну, а ты что не работаешь? У меня не получается. А знаешь, почему у тебя не получается? Почему? Ну, потому что ты ленишься. Давай, 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 работай. А то сейчас будешь 50, а тьма не делать. Ты мне и так-то 50 должен. Привет, Эль, как ты? Хорошо. Как доча поживает? Она у вас такая сладкая прям. У меня все хорошо. У меня через 2 дня концерт. Вот еду на репетицию. Да ничего, нормально, все хорошо. Да, после тренировок. Да приеду я скоро, твой Нурсултан. Кстати, как у тебя там по бизнесу? Ну, видишь, я тебе говорил, а ты сомневался. Тогда после концерта созвонимся и решим все. Все хорошо. Ага. Да, конечно. Все, пока. Пока-пока. Thank you.
выходишь, чтобы ты все уже давно ждал. Да-да-да. Я тебе сам обыскался. Все. Давай, сдачи. Сара, привет. Там на полу есть белый мет. Он на крыше, да. За ним не заходи, до нее работаем. Угу. Микрофон проверь. Микрофон проверь. Сара. Да-да, работает. Ага, Кир, давай музыку. Чего тебе? Нет. Все, я готов. Давайте музыку. Давай поговорим. Слышишь? Мне кажется, ты уже тогда все сказал. Сара, открой дверь. Сара, открой дверь, давай поговорим. Ты меня слышишь? Сара! Сара! Сара, я хотел тебе сказать, что я тебя нашел. Что? Сара! Останови машину! Отстань от меня! Давай нормально поговорим! Придурок! Ну не совсем же придурок! Идиот! Ладно, я с этим согласен! Трус! А вот тут ты не права, Сара! Я не трус! Да пошел ты, а! Дура! Давай нормально поговорим! Сам такой! Я просто хотел сказать, что я тебя... Ты чего творишь, а? Совсем уже? Ты что, больной? Да, больной! Больной тобой! Хорошо, я ошибся. Все ошибаются! Я пытался тебя забыть, но не смог. Я каждый день думаю о тебе, потому что я тебя... Тебе понадобился целый год для того, чтобы все понять? Думаешь, мне было... Sustan yekim shane mon sustan я просто люблю тебя больше спака allan sustan yekim shane bir men sustan daha da yaşa canım kimse Bolmasa, bolay bir ki.
Кто-то утверждает, что любовь живет недолго. Но я точно знаю, что это не так. Любовь приходит внезапно. И после этого твоя жизнь никогда не будет прежней. Она меняет тебя. Она делает тебя сильнее. Я люблю тебя сегодня. Я буду любить тебя завтра. И так до бесконечности. Сенсіз маған бәрі жалған.